То есть, понимаете, тогда во что мы превращаемся? Мы превратимся ровно в то, против чего мы противостоим, тому, чему мы противостоим. Вот в чем проблема. Нет. Да. Мы превращаемся в работу на секции. Нет, вот сейчас, когда, послушайте, сейчас, когда Соловьев там и ему подобные украинизируют наше информационное пространство на центральном телевидении, мы превращаемся в фахло. А, все, я сейчас цензуру веду. Я прошу прощения, как модератор. Ребят, хотите на...